Виктор Бонбон. Ну что, ребят, так вышел тут немножко подышать воздухом. Час провел на кинорынке. Разговоров много. Разговор интересный. Но надо еще поработать, с людьми пообщаться. Короче, тут надо общаться. Это просто, с бешеной скоростью нужно общаться. Короче, хочешь что-то получить, надо общаться с людьми, да? С киношниками, дистрибьюторами, продюсерами. Я не знаю, с кем это вообще. Это даже заряжает, объясняет. Девушки, а вы это дистрибьюторы? Нет? Привет. Привет, здрасте. Вы меня помните, да, еще немножко? А, нет, вы меня не знаете. А вы не... Вы, привет, привет. Вы не берете фильмы, не, вы закупаете? А если просто вот взять? Просто вот нужно. Да, просто чтобы смотрели люди. Все, нет, надо закупать. Да. Ну, короче, ребят, надо что-то с этим делать. Девушки, вы не закупаете контент? Документальное? Ну, можем документальное сделать, в принципе. Так-то игровое есть, но можно документальное сделать. Что сделать? А как? Ну, снять, я режиссер, продюсер и актер сам. А, кстати, сейчас я разрабатываю тему очень мощную. Каменный век. Я принес несколько предметов, орудий каменного века. Это в Дмитровском городском, в Дмитровском районе Московского. Там много было стоянок. Можно сделать серию очень фильмов интересных. Нигде не найдете. Я вам могу показать сейчас, зайдем, что я принес. Артефакты самые настоящие. Никто такой вам не покажет. Это будет натуральное документальное кино. У меня есть научно-популярный фильм про Ван Гога, про памяти Бельмондо. Ну, разные есть фильмы там. Просто сейчас обменяемся тогда контактами, если вы не против. И все. Но у меня готово очень много готово, но в основном игровое, музыкальное. А документальное на какую тему то хочется вот? Нет, я сейчас себя. А сейчас на себя. История, природа. Ну, вы хоть намекните, да надо мне визит, чтобы я хоть что-то для вас снял, а потом уже и... Ну, вам же продаю, да я-то вам, если сниму, я подарю вам, чего вы переживаете-то? Я ж парень-то простой. Бабки-то это в прошлом уже, сейчас Иисус Христос сказал, отдавай, просто отдавай.